Ребят, если вы хотите в сетях что-то выложить, пойдите на улицу, расскажите каждому встречному, поперечному, потому что это то же самое. Этот случай меня ничуть не удивил. Может быть, даже на Якунине они проверяли вот эту атаку на правительство Российской Федерации. Кто? Американцы? Ну, кто? Да, конечно, и у меня такая мысль в голове есть, правда, не очень хорошая, но такая. Я не думаю. А почему? Взять и проверить. Сейчас мы как мы атаку такую сделаем, сразу 1000 увольнений. Нет, на 1000 никто не купится. А у него сознание такое. Нет, нет, Вадим, нет. С Якуниным пошутили, потому что он фигура клоунская. Потому что его весело, как вам сказать, Якунина весело дразнить. Якунина весело дразнить ввиду его собственной переоценки, своей собственной значимости. Его весело дразнить. Кого-то не весело дразнить. Меня дразните, веселья не будет, потому что мне, в общем, наплевать, понимаете? А Якунин, он очень чванливый, кичливый, переполненный сознанием собственного величия, от этого похож на клоуна. И поэтому его приятно дразнить, понимаете? Поэтому приятно дразнить. Потому что он такой, ну вот как бы, таких всегда и дразнит. А если бы он спокойный, был нормальный чувак, никто бы его не дразнил бы. А если бы он еще работать взялся, не дай бог, то есть просто взялся бы работать, то тогда, я думаю, похвала просто зашкаливала. Алло, здравствуйте.